мы приехали в Ленахаль Давид. Еще называется Мапаль Давид. Назван он в честь Давида Мелаха. Это все, что я пока знаю. Вот мы сейчас туда идем. Я должен видеть всяких здесь животных по дороге. О, все, вот мы пришли. Что-то Света дала газу, мамаш сильно. Свет, помедленнее. Ты всего 5 минут идти. Свете жарко. Свет, можешь подождать меня? Свет, ты дала такой спринт. Наоборот, ты устанешь так быстро. Ляд-ляд. Вот стулечка, пойдем с ней. Она уже устала, вижу. Я чувствую, что она устала. И я уже слышу воду. Бэмца, шум макомба, мидбар. У тебя вода течет. А, прикольно. Вау, ты как дрема идет сильно, а? Это массаж делает. Хорошо, а? Все? Не, нет, нет, штаны попадают. На, держи. Меня тоже. А, хорошо. Теперь мы идем дальше. Следующий Мапаль. А Мартилах? Осторожно, Света. Вот такой Мапаль, кому? А вот еще есть водичка. Осторожно, она вот здесь очень это. Здесь скользко, ты зари. А, окей. Вон еще маленький мой пальчик. Ай, за кепку. Ку-ку. Пойдем. Осторожно, Света, здесь скользко. Они тебе помыть не это не скользят? Они сделаны, да, попробуй, они не скользят у тебя? Нет. Круто. Вот ты всегда, если ты пьяшь, то ты можешь помыть. Да. В принципе, да. Пай, о, горячие очень. Я даже дотронуться. А у тебя скользят? Иногда да. Пока раз. Я ни разу не снял это. Я не знаю, что. Мы идем в другой Мапаль. Самый главный Шельнахаль Давид. Шельмапаль Давид. Все, увидимся позже.
Так, до Мопальда, видно, мы не дошли. Было очень тяжело. Они куфэнс. Слушай, мы просто невыносимо жалобы. Сейчас скажу, что тебе холодно, ветер дует. Да. Потому что надо было встать 6 утра. Ходи, будет 8. Они были самые первые. Ладно, я как-нибудь с детьми сюда приеду сам. Ну как? Ах, все, у меня зашло все это вовнутрь. Не ралик вороди в блиле, блин, давай. Ага, говнюк в кафе. Ах. Стоп, Светулечка идет помочить ножки. Видишь, у нас больше народу. Вода грязная, просто вообще, посмотри. Как лужа какая-то. О, это же это с каяким все. А? Ну, ярно, пойдем. Ну, где вход? Что сказал? Вот. Где вход? А, он был в прошлый раз? Да, ну ты чисто можешь перейти границу в Иордании. Хочешь. А, вот тут. А там тоже туристы.